количество то, что я вот все-таки достала отсюда. Все, что, что, что было у меня лично бессознательно. Вот это. Ну, вот они и были там, как-то я их увидела, когда там смотрела, что озарение там не было, а были еще ангелочки. Мне так вот хотелось узнать, узнать что-то. Да. А вот количество искр осознания тебя не смущает? То, что их много? Да. Это или это хорошо? Нет, я просто тебя сейчас спрашиваю. Вот как, что ты об этом думаешь? Ну, для меня это хорошо, потому что это является для меня еще таким силой убедителя, потому что вот... Количество. Да, вот и вот и тут очень много всего. Того, что я, в принципе, то, что колеблет мой дух. А скажи мне, какой уровень для тебя был самый сложный? Духовный. Да. Духовный? Угу. А какой самый легкий? Самый легкий — тело. Тело, так быстро, да? Как-то...